У Новой Гуте супрацовники мытной службы затримали буйную партию контрабанды. Громадянин Украины, кроме конфискованного товара, может развитаться и с автомобилем. Подробности в материале Евгена Побаловца. На меже Беларуси и Украины затримана буйная партия марихуаны, больше за 2 килограмма. Службовый собака показал на наявность наркотика у запасным коле автомобиля Mitsubishi Pajero. 5 пакетов с марихуаны были старанно схованы внутри кола. А кроме этого, в салоне автомобиля супрацовники мытни нашли еще больше за 150 килограммов продуктов харчевания и 23 литра алкоголя. Мужчина спробовал все это провести на территорию Беларуси без ответного оформления. Разбирались двери, разбирался багажный отсек автомобиля. И транспортное средство наверняка будет конфисковано доход государства. Громадянин Украины 15 годов проживает в Минску, где працую на рынку Ждановичах. Поездки с малой родимы до места проживания отбывались от часа от часу. Але зараз дается, что мужчина пошел у своеособливый ва-банк, за что и отримая покарание на кшталт героя знакомитого польского фильма. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусмотрена наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией либо без конфискации имущества. Евген Побаловец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».